ты ха-ха, у тебя есть Дерибасовская без анекдотов, это все равно, что не побывать. Сигарета сокращает жизнь, смех продлевает, он еще стоит, думает. Лучше в юмор инвестировать, чем в сигареты. Как ваше имя сегодня? Марек. Марек, ну доставай 10 гривен. Я еще призы разыгрываю, ты стал акционером, Марек. Еще это не стал. Это порядковый номерочек. На сайт заходишь, регулярно проверяешь, что выиграл. Серьезно, я мобилки разыгрываю, высылаю в любую точку мира. О, помощь зала, девочка. Ну, Марек. Молодец, Марек. О, поцелуй девочку, она тебе выручила, Марек. Держи, Марек. Значит, на сайт заходишь, регулярно проверяешь свой номер. Сейчас разыгрываю мобилки, потом буду разыгрывать дома. Подпишешься на рассылку на сайте, я сообщу, когда будет. Ты, кстати, помнишь свой e-mail? E-mail помнишь? Не помню. Тогда на сайте обязательно подпишись. Кстати, на сайте у меня еще и... Вы давно в Одессе? Все. На сайт заходите в прямом эфире, посмотрите. Благодарю вас.